Запуск БелАЭС станет важным шагом в повышении энергоэффективности экономики страны. Она сможет производить более дешевую по сравнению с другими видами генерации энергию, сократить импорт нефти и газа и в целом сделать энергетическую отрасль более независимой и безопасной, а национальную экономику в большей степени конкурентоспособной. Часть мероприятий по интеграции БелАЭС в энергосистему страны уже реализована. Речь идет об установке электрокотлов на теплоэлектростанциях. Всего это будет 20 объектов у нас в стране, которые должны быть введены в эксплуатацию в этом году. Всего 916 мегаватт установленной мощности. Это позволит в целом использовать 1,7 миллиарда киловатт-часов, производимой атомной электростанции, на производство тепловой энергии, замещая импортируемый природный газ. Также будут реализованы проекты по строительству 800 мегаватт высокоманевренных пиково-резервных источников. Эта работа должна быть завершена в 2021 году. Установка электрических котлов позволит регулировать минимальную нагрузку энергосистемы после запуска белорусской АЭС. Избыточная тепловая энергия ночью будет накапливаться в банках-аккумуляторах горячей воды, а днем отпускаться в виде тепловой энергии потребителям. Кстати, первый такой объект в Беларуси был установлен именно в Гомеле. У нас введен первый объект на Гомельской ТЭЦ-2. У нас введена было два котла, два по 40 мегаватт. Это в 2016 году мы еще ввели эти объекты. Это был вообще первый, на котором отрабатывался полностью механизм для всей белорусской энергосистемы. Сегодня в конце июня введен в эксплуатацию еще один объект, это Черниговская котельная, 16 мегаватт, два котла установлено. И мы планируем в третьем квартале завершить работу и ввести еще один объект на Рогачевской котельной, два котла по 20 мегаватт. Несмотря на все грядущие перемены, главное в сфере энергетики – это люди. И приоритетом остается сохранение рабочих мест и рост заработной платы. Например, после запуска БелАЭС работа Светлогорской ТЭЦ как таковая не изменится. Объект в основном выполняет функцию теплоснабжения. Его загрузка зависит от работы двух крупных предприятий региона – Светлогорск Химволокно и местного целлюлозно-картонного комбината. Отдельный комплекс мер нацелен на повышение электропотребления в стране. Среди них развитие электротранспорта и электромобилестроения. Анна Корольчук, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели.